Завтра вы увидите только своих вожатых. Вожатский концерт. Ну а сегодня у нас свой маленький Оскар. Сегодня мы награждаем лучших, кто был на этой сцене. Премия наша называется «Во славу России». Мы верим, что кто-нибудь из вас обязательно станет настоящим актером или актрисой. И мы увидим вас на экранах телевизоров или в театрах. И тогда вы скажете, а свой путь мы начали в лагере «Орбита». Итак, а начнем мы со специального номера. Для вас поет Пономарева Настя, 6-й отряд. Песня «Косолапый дождь». Встречайте! Свет. И первая номинация наша.
впервые мы ввели ее в этом году в орбите. Номинация «Лучший зритель». Чистых детей у нас почти не осталось. Следующая номинация. Номинация «Открытие» или «Дебют». Но в этот раз именно «Открытие». Номинация «Открытие» — то, что мы увидели, постарались увидеть в этом году в лагере, и то, что нас действительно удивило. Итак, номинация «Открытие». Итак, номинация «Открытие» — это спецэффекты клипу второго отряда «Когда занесётся луна». Ваши аплодисменты! Молодцы! Уважаемые дети, это все делается для вас. Цените нас. Цените таких воспитателей, которые придумывают такие вещи. Ну и пока у нас там идет замена нашей страшной аппаратуры, может быть, нам штекер поменять с одного ноутбука на другой? Следующая специальная номинация. Это номинация «Актер на все руки». Человек, который может сыграть все. Человек, который появляется везде, в любом номере. Очень редко мы вручаем эту номинацию, но в этот раз... сказал Антон, наверное, своим воспитателям, как обычно, спасибо. Ну и я хочу ему, конечно, сказать спасибо, сколько он ездит в лагерь, все время выручает, везде участвует. Актер на все руки. Итак, аплодисменты. К сожалению, Антона нет с нами в этот приятный вечер. И поэтому он не услышит следующую песню. А следующая песня... Это Осипенко Ярослава.
Итак, у нас следующая группа номинаций. Это лучший актер и лучшая актриса второго плана. Те, кто обычно не заметен, но вот мы их заметили. Итак, здесь мы вручаем наши премии по возрастным группам. И, пожалуйста, свет привезите. Номинация «Лучший актер второго плана». Младшая возрастная группа. Спасибо воспитателям 10-го отряда, спасибо отряду. Давайте продолжим. Номинация «Лучший актер второго плана» в средней возрастной группе.
Это не ко мне, это к Даше. Следующая наша номинация. Лучший актер. Лучший актер. Тот, кто был везде, в каждых номерах практически своих отрядов и запомнился нашему художественному совету. Итак, Павел Иванович, все ли у нас готово? Итак, лучший актер в младшей возрастной группе. В средней возрастной группе. И это... Лучший актер в старшей возрастной группе. И кто же это, интересно, из них? Лучшая актриса, младшая возрастная группа. Лучшая актриса в средней возрастной группе. И номинация «Лучшая актриса в старшей возрастной группе». Итак, Камерна Екатерина, первый отряд. Первые мы с вами отряд.
Спасибо. Ну что ж, следующий блок номинаций. Это ваши лучшие постановки. Лучшая визитка, лучший танец, лучшая пьеса или сказка, мы иногда их называем, и лучший клип. Очень много споров было у художественного совета в этот раз, потому что очень много было достойных номеров. Все решали буквально сотые доли голосов. Итак, первая номинация. Лучшая визитка. Спасибо вожатым. Всем спасибо. Всем спасибо, что громко говорит о локации. Лучший клип. Вот здесь было очень много споров. Очень много. И в споре родилась истина. Спасибо, прямо надо говорить Александру Сергеевичу. Так, а второй отряд готов у нас со своим специальным номером? Егор Кибалов и Андрей Васин. Нет, к сожалению, не готовы. Готовы, не готовы? Нет, не готовы. Ну что ж, тогда нам осталось вручить только последнюю премию. Так вот быстро наше мероприятие сегодня проходит. И осталась только одна номинация. Номинация «Мастер». Номинация за вклад в развитие культуры на сцене «Орбиты». И на третьей смене 2008 года премию «Мастер» получает... Хочу сказать,
большое спасибо, Саш, тебе. Мне было очень приятно работать с тобой. Единственный человек, который меня в лагере понимал так. Я прихожу со своей идеей, не знаю, как сказать. Вот, Александр Сергеевич только может мне в этом помочь. И вообще, спасибо большое всем вам, дети. Потому что без вас меня бы не получилось. Итак, спасибо, лагерь «Орбита». Ну что ж, наш творческий марафон подошел к концу. Сегодня в 20:00 мы чествуем лучших спортсменов нашего лагеря. На спортив на 22, да? А я что сказал? Нет, 22. Торжественное вечернее мероприятие. Ведущий Максим Иванович. Ну что ж, а на сегодня все? А, не все? Все-таки второй отряд. Специальный номер от второго отряда. А где второй отряд? Ну что ж, раз у нас такая небольшая заминка, давайте еще раз поприветствуем всех сегодняшних победителей. 20 номинаций, 20 победителей. Вот, торжественная музыка. От открытия до мастера. Действительно, такого сильного сезона в творческом плане не было давно в «Орбите». Так что еще раз можете поаплодировать себе.